Погрузиться в магические миры помогут произведения казанской писательницы, выпускницы КФУ Алены Микешкиной. Но она предпочитает, чтобы ее называли по псевдониму Ясмина Сапфир. Меня вообще как автора отличает авторские миры и авторские расы. То есть это мой личный мир, который я сама придумала, выстроила, начиная от сочетания в нем физики и магии, заканчивая, кто там живет, какая там культура. Вот. И мои авторские расы. Сейчас современным писателям очень удобно, ведь существует много сетевых ресурсов, в которых можно знакомиться с авторами и читателями. Так Ясмина Сапфир через сайт «Продоман» попробовала себя в роли писательницы. Я пошла на этот сайт читать автора, который мне нравился. Мне предложили, я попробовала написать. Вот первая у меня была, правда, «Космос-сага». У меня несколько в разных жанрах есть вот космос, есть фэнтези классическое и есть вот несколько юмористических академок. А в УЗИ без юмора никак. Ясмина Сапфир публиковала электронные версии своих книг. Но вот совсем недавно она впервые выпустила печатную книгу «Роман убить нельзя научить». Ее можно будет приобрести в любой точке России. Студентам будет интересно и на себя со стороны посмотреть, и на преподавателей, как они ее воспринимают. И там очень много вузовского юмора, просто юмора. Я думаю, что будет тоже интересно. В принципе, в сети именно этим она была популярна и интересна. И целевая аудитория не очень широкая. Преподавателям будет интересно тоже, я думаю, очень много посмотреть про себя, про какие-то вот именно такие смешные и интересные именно ситуации в ВУЗе. При этом у меня как бы все это юмор гротеск и ситуативный юмор. При написании произведений сложности все-таки есть. И по словам Ясмины, это прежде всего получить отклик от читателя. То есть завязка должна заинтересовать его. Далее выстроить сюжет так, чтобы читатель не заскучал. И в то же время у него были эмоциональные качели. Тяжелые моменты чередовали счастливые. Но еще главная трудность – работать с текстом. Он должен иметь определенный уровень грамотности и стилистики. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.